Приветствую вас, друзья! С вами Елена Шеремет. В этом видео я расскажу вам коротко о проекте Праймер и какие деньги вы заработаете в секретной скоростной системе заработка. Все секреты заработка вы получите после регистрации и активации аккаунта. Хочу подчеркивать, что просто регистрация не даст возможность заработка. Не пытайтесь пройти регистрацию самостоятельно, так как заработать в проекте только регистрацией у вас, к сожалению, не получится. Вход в проект 2000 рублей, так как входим мы в проект сразу двумя аккаунтами. Каждый по 1000 рублей. Сейчас я вам наглядно покажу, как у нас расположены матрицы и как мы зарабатываем. Хочу сказать, что 2000 идут на ваш личный счет. Сейчас я вам покажу. Вот по 1000 на каждый аккаунт. Эта 1000 идет на ваш баланс для активации матрицы. Прошу это учесть, что эти деньги не идут на карман кому-то, а идут именно к вам на ваш личный кабинет, на ваш баланс. Отвечаю на вопрос. Сразу хочу ответить на вопросы, и далее я покажу, какие деньги мы сможем заработать в секретной скоростной системе заработка. Отвечаю на вопрос вывода денег с баланса. При закрытии матриц деньги вы сможете выводить на свой кошелек. Как пример показываю свой личный кабинет. Пожалуйста, вот он, мой личный кабинет. Структура у меня 48 человек, новых партнеров, это мои лично приглашенные, 18 человек. Денег на балансе у меня нет. Это говорит о том, что я эти деньги вывожу спокойно, без страха к себе на кошелек. Итак, сейчас я вам расскажу, как мы начинаем зарабатывать. Первое, что мы делаем, мы активируем 1000, которую мы положили на баланс, мы активируем вторую матрицу. При закрытии матрицы на выходе мы получаем 4000 рублей заработанных. 1000 мы выводим на кошелек, который мы вложили, а 3000 нам система заблокирует на оплату третьей матрицы. Откуда берутся деньги? Чуть ниже. Я оставлю под видео ссылку. Не реферальную ссылку на регистрацию, а ссылку для того, чтобы вы могли сами самостоятельно ознакомиться с принципом деления матрицы, откуда берутся деньги. Тут все четко, коротко, все это написано, все есть. Все есть и все понятно. Хочу сейчас просто рассказать вам, какие деньги мы можем заработать в данной системе. Итак, при выходе с третьей матрицы мы зарабатываем 10 тысяч рублей. Из них 8 тысяч у нас идут на оплату четвертой матрицы, а 2 тысячи уходят нам на кошелек. Мы спокойно их выводим к себе на кошелек. При выходе с четвертой матрицы мы зарабатываем 32 тысячи. Из них 20 тысяч идут на активации пятой матрицы, на выходе 70 тысяч. Здесь мы 12 тысяч на кошелек вывели, 20 сюда, а здесь мы 50 на шестую матрицу, они у нас идут на активацию, а 20 тысяч у нас идут на карман. И тут у нас самое интересное. Когда наши личники, которых мы пригласили, вот тут у нас сюрприз, проект просто суперский. При выходе каждого нашего приглашенного, при выходе из пятой матрицы, мы получаем реферальные, вот выше у нас тут реферальные, мы получаем реферальные 10 тысяч с каждого приглашенного. Услышьте меня, 10 тысяч. Если вы не умеете приглашать, вы получаете вот эти суммы, которые тут.
если вы добавочно еще приглашаете, вы еще зарабатываете 10 тысяч. Посмотрите, у меня, ну, мой личный кабинет, у меня 18 человек приглашенных за 23 дня. Я работаю в этом проекте всего 23 дня. Представляете, какая сумма у меня здесь? Супер! Далее 50 мы сюда перевели, 20 на кошелек. И при выходе из шестой матрицы мы заработали 200 тысяч. Из них 150 у нас идут на седьмую матрицу. А 50 тысяч мы выводим на кошелек. Себе на карман. При выходе из седьмой матрицы мы заработали 600 тысяч. Из них 500 тысяч идет на активацию восьмой матрицы, а 100 тысяч мы выводим смело на карман. И тут самое главное. При выходе из восьмой матрицы, вложив 500 тысяч, мы заработали 2 миллиона рублей. Услышьте меня, 2 миллиона. Где вы такие деньги заработаете? Из них 1000 мы отправляем дальше на 10-ю матрицу. Прошу прощения, миллион идет у нас на 10-ю матрицу. А миллион мы выводим на карман. Представьте себе, через 3 месяца секрет в том, что через 3 месяца естественно, нужно работать, естественно, нужно пройти, обучаться, работать в команде активно. И у вас реально есть возможность через 3 месяца получить миллион. На данном этапе я считаю, что это достаточно. Дойдем до миллиона, будем изучать дальше. Если данная информация для вас была полезна, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Под этим видео будет ссылка на проект, на сайт проекта. Еще раз повторяюсь, не проходите регистрацию зря без наставника. Пока-пока!